Итак, всем привет, с вами Алекс, и мы начинаем играть в Bulletstorm. Игра просто супер. То, что, например, для любителей Painkiller, где изобилуют множество монстров-демонов, и любителей их пострелять, убить как можно больше врагов, это то, что нужно. Но к тому же здесь не просто... так сказать, здесь есть очень хороший сценарий, большое количество оружия, совершенствование оружия, рукопашный, много комбинированных атак, за которые можно получать очки и покупать больше оружия или патроны, все такое. Конечно, в игре не обошлось без вторых лиц, таких как друг и помощник главного героя и девушки, которую они спасут. Что ж, узнаем, кто наш враг. Играем кампания. Новая игра. Да, подтвердить. Я выбираю уровень легко. Пролог, глава 1, по дороге в ад. Чтобы прицелиться и чтобы выстрелить. Ага. А, я не вижу себя за своей картинкой. Что ж. Успокойся, просто успокойся. Ты все не так понял. Послушай меня. Вот, выпей еще. Грей, так лучше целиться. Конечно. Прошу, я не хочу умирать. Возьми мою пушку, у меня прицел смещен настолько сантиметров влево от цели. Брось тебе вызов. Чем скорее ты ответишь на наши вопросы, тем выше шансы, чтобы не промахнемся и снесем тебе башку. Так, используй мышь. Ага, понятно. Я скажу вам все, что вы только захотите знать, хорошо? Вы все, что вы только хотите знать. Какая награда обещана за наши головы? По миллиарду каждого. Цену удвоили после вашего объявления, вывесил сам Саран. Это не я. Тебе можно, может и нормально, а я стою в два раза больше. Ну, спасибо тебе за честный ответ. Эй, какого черта? Я же вам все сказал. И стреляю. Я сказал тебе все, что знаю. Епинок. И... детский сад. Третий охотник за головами на этой неделе. Пошли, обойдем парочку кораблей Конфедерации. Отработаем свою награду. Так, пойдем-ка. Посмотрим, что у нас здесь за корабль. Графика довольно хорошая. Я бы сказал, отличная. И то я выставил все на среднем уровне. R открыть. Подстава. Так, хватайся за что-то, давай. Так, сейчас будем ползти. Ну да, надо нажимать мышку, чтобы сделать вид, что мы как будто это мы ползем. Чтобы хоть какие-то усилия сделать. Класс. Ого. Довольно мощный удар, как для человека. Ну, мама твоя точно выжила, чудо. Теперь я помню, чего старушка стала хромать. Стоп, а что здесь? Ничего.
А ну давай. Да они прям супермены. А, нажмите удерживать левый контрол, как обычно. Все нормально, все в порядке. Все по обычаю. Так, ребята, что это? Дверь застряла. Так, откроем ее. Так, нам сказали стрелять. О-о-о. Так открываются все двери. Грей, мы тут засветились, надо сматываться. Давай, я сейчас подтянусь. Что это было? Эй, на корабле... Не, а, но на складе есть растворитель. Они о чем? Об алкоголе, что ли? Грей, у нас проблема. Вы нужны нам на мостике сейчас же. Удерживайте пробел, чтобы бежать. Ого, они быстро бегают. Р применить. Отлично, он ударил просто кулаком. И все началось. И все заработало. Что дальше? Его, они пьяны. Один шатается. Внимание всем, капитан на мостике. Я следил за путями транспортных кораблей Конфедерации. Вышел из отклонения, и он был прямо там. Одиссей. Я вытащил нас отсюда. Перейдем в поле темной материи. Нет, никуда мы не уходим. Это же знаменитый крейсер Конфедерации. Генерал Сарана должен быть на борту. Раньше, ребята, у нас тут кусок дерьма, занимающий массовыми убийствами. Надо бы спросить с него компенсацию. Мы с тобой, Грей, Сарана на нас всех. С меня хватит. Нет, ты пьян снова. Ты теряешь самообладание, Иши. Я соблюдаю свою клятву служить тебе, несмотря на твое безрассудство. Но это я не собираюсь умирать ради твоей смерти, Грей. Наше месте. Одиссей хочет открыть канал связи. Зарядить переднее оружие. Они получат сообщение. Кто-нибудь хочет поднять мятеж сейчас как раз? Никто? Тогда огонь. Давай, Рэл, заставим Сарана пожалеть, что он устроил награду за нас. О, стреляем, что ли? Так. Ух ты. Уху, Звездные войны. Есть. Я не могу сразу так приспособиться. Что ж, полетели дальше. Маневрирует здорово. Я-то думал, мы атакуем флагман Конфедерации. Ну, давай... Нет, мы всего лишь атакуем гигантский корабль в космосе. Получи. Давай, получи, получи. Есть. Так, нас сбили. У-ху-ху-ху. Давай, бежим. Иши. Ну хорошо, ладно. Мы все равно уже были мертвы. Уже много лет. Что правда, то правда. Надо было просто сделать этот последний шаг. Просто хотел удостовериться, что мы не отправимся в ад одни, генерал. Я заберу вас, заберу с нами всех вас до последнего. Теперь вы пойдете со мной. Вас всех схороню я. Р включить. Включаю. По дороге в ад. И что? Thank you.
несколько лет назад. Ага, немножко предыстории, но это хорошо. Игра сделана классно, вот именно в том плане, что как бы множество роликов делают игру похожей немного на фильм. Юху, друг, твои новые гравитационные ботинки превращают убийство в забаву. Рад, что они тебе нравятся. Нельзя ощущать радость от убийства. Мы солдаты, а не убийцы. Ну, может, специально для тебя, Иши, это надо называть помягче. Например, подразделение по избавлению от неприятных лиц. Не цепляйся ко мне. Ладно, но если вы меня попросите... Так, хорошо, пинаем. Ого. Может, позвоним вниз, сообщим им, что мы уже близко, отправим им наш маршрут. Вы только посмотрите на этот город. Он огромен. Это ужас. Вертолет, я так понял, нас не увидел. Так. Интересно, куда мы идем. Дом просто впечатляет. Огромное сооружение. Доберитесь до точки проникновения. Так, ломаем. Р. Убейте Брайса Новака. По моему сигналу. 3, 2, 1. Четко. Сарана сказал взорвать этот компьютер, следи за часами. Когда нас заберут? Не парься, босс, все по графику. Эй, какого хрена? Я сказал взорвать эту штуку, а не проверить твою сраную почту. Чего ты тут делаешь? Это еще что? Все наши законченные дела. Мы убивали небедных людей. Это Новак был журналистом, только что закончил статью о коррупции Сарана. Набери мне Сарана. Генерал Сарана, у меня... Ну и нахрена ты мне звонишь, мудила? Звонишь с места задания, тупой кусок говна. Заткни. Ответь на вопрос, эти люди. Ты послал нас убивать невинных людей. А что во имя Отца, Сына и Святого Духа вы по твоему делу все это время? Твои слащавые педрилы — это санкционированная конфедерация убийц. Ты нам говорил, что объект были торговцами оружием, работорговцами, массовыми убийцами. Ага, я брал. И что? Кого мы только что убили? Новак. У него были улики против вас, водящие бабуку. Вы убили его, чтобы замести следы того, чем занимаетесь. И чем же именно мы занимаемся? Вы с гордостью служите на радость генерала этой конфедерации, которую вы любите так горячо, что с готовностью пожертвуете свои жалкие и никчемные жизни. Если вам прикажут, чтобы она была в безопасности, чтобы ваши командиры были счастливы, а суверенитет вашего правительства крепчал. А теперь, твари поганые, вы или слезно и жалостливо просите прощения, или я вас порешу всех, я тебя убью. Эй, чувак, что за черт? Это вообще что было решение, которое ты только что принял за нас? Ладно, мы доберемся до спектра, переместимся за пределы юрисдикции конфедерации. Не думаю, что нам удастся. Так, готовимся. Девочка, не бойся, мы тебя не тронем, все будет хорошо. Начинаем. Так, где музыка?
А где музыка? Класс! У них буцает, как мячики. Это мы? Да. Так, стоп, ребят. Музыку не слышно вообще. А так не годится. Давайте громкость голоса сделаем тише. Громкость музыки больше. А еще мы чуть-чуть поменьше. Во, это идеально. Еще громче. О, класс. Все, стреляем. Что, все? Иши Сато, ты знаменит в моих родных местах. Я прославлюсь, когда убью тебя. Героично. Беги, детка, доберитесь до лифта, спустись вниз и иди в полицию. Эй, вставай, поднимай задницу, босс, давай, у нас тут совсем жарко. Вставай, Иши умирает, его всего разорвало. Ты это видел? Спасательные капсулы с Одиссея. Я видел, как несколько упало. Неважно, вытащи руки из задницы, мне тут нужна твоя помощь. Хорошо, идем помогать. Так. Что же его так корежит? Ну... Все-таки корабль упал. Боже правый. Иши, Иши. Так, смотрите-ка, у него обгорела нога. И рука. И бок. И половина головы. Что ж. Идем. А, все ждут меня, пока я нажму. Хорошо. Это шутка. Ага, не успел прочитать. Ага, это док. Черт, а это викинги прям. Они мощно выглядят. Моща. Так, давайте пинаем эту. Ну конечно, это весит примерно полкилограмма, судя по тому, как он ее пнул. Так, стоп. Но мне потребовалась заряженная фузионная батарея для питания. Они у нас еще пару месяцев назад кончились. Док, проклятие. Должен быть другой способ. Спасательные капсулы с Одиссея. Минуточку, в двигателях есть батареи. Ага. Так, я так понимаю, нам нужно найти эти батареи. Ребята, времени очень мало. Не дай ему умереть. Мы сейчас. Хорошо, идем за батареей. Пойдем, чего стоишь? Или что-то нужно сделать еще? Вы только посмотрите. При движении. Удерживайте пробел, чтобы бежать.
Я думаю, сейчас что-то будет. Я знаю, это все из-за меня. Тихо, слышишь? Чертовски громкий стук. Ага, слышу его. Контрольная точка. Сейчас будет. Иди сюда, друг. Еще разок. Вот и все, ребята. Что ты там болтаешь? Все, бежим дальше. Так, кто следующий, ребята? Смотрите, как можно. Все, это Рождество. Все намного проще. Так, двойное нажатие, пробел, скольжение. Уху, супер. Есть. Иди отдыхай. Ах ты ж, вот так вот, смотрите. Ух. Идем дальше. Что еще? Ох, вы только гляньте на это. Смотрите, их всех сдуло. Ту-ду. Хиросима. Так, а давайте вот так сделаем. Смотрите, как он умеет ездить. Эй, друг, где ты там ходишь? Ты мне поможешь или нет? Собираем их патроны, смотрим, что дальше. Один из новых отрядов Саран. Этот клоун. Ух ты. Вот. Только непонятно, кто эти дикари. Откуда они вообще? Какие-то... дикие племена. Финальное эхо. Элита. Не так уже элитно он теперь выглядит. Хорошая шутка. Слухи подтвердились. Финальное эхо использует хлысты. Давайте возьмем хлыст. Ага, было. Смотрите-ка. Пристегни ремни, Эли, и скажи Канзасу прощай. И что? Кью-хлыст. О, ух. Да, классно. Бери батарейки и идем. Ну да, конечно, я же совсем забыл, зачем меня сюда притащили. Все, идем. Супер. Посмотрим, что нас ждет дальше. Ух ты! Таким образом можно и оружие притягивать.
Вот это да. Когда же уже будет какой-нибудь монстр или огромный демон? Есть. Вот так вот. Ух ты. Смотрите-ка. Бум. Давай, друг. Есть. Смотрите-ка, целая куча врагов. Ха-ха. То, что нам нужно. А, ну, бутсай его. Ну-да-ну. Вот так вот. Кто сделает лучше? Бей его, бей. Отлично. Ха. Это просто... просто жесть. Бей, бей его. Так, ребята, как видите, в нас высадили около 4 рожков, и нам все еще хорошо. Окей, идем дальше. Так, какой-то звук слышно? Что это за звук? Не важно. О, есть новая вещь, чтобы ее пнуть. Пиная, как обычно, легенько. У меня больше нет донорской крови. Еще минута, и ему конец. Мы уже здесь, держись. Ише повезло, что я его так люблю. Не так много есть людей, для которых я бы это сделал. Док его починит, Рэл. Вот увидишь. Так, давай. Теперь вон отсюда. Мне нужно приварить миллионы нейтронов. Привари. Идет операция. Посмотрим. Звук такой, что они уже почти внутри. Док, поторапливайся, у нас тут, кажется, гости. Док. О. Ему ничем не помочь. Он его убьет. Он его убил. Так, у нас здесь тоже кто-то есть. Ребята, я напряжен. Я очень напряжен, поэтому не говорю ничего. Но очень интересно. Такой себе захватывающий фильм. О, это Сарана кричит. Или нет? А нет, это эти монстры. Дикари. Что они хотят сделать? Падла. Так, кто это? Кто меня тащит? Ниши?
Было честью служить с тобой, босс. Так, у него есть идея. А ну давай. Есть. Он схитрил. Отчаянный парень, терять нечего. Так, все, ребята, на этом я остановлюсь. Смотрите продолжение, скоро выйдет. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь. Пока.